Ямочный ремонт на дорогах региона продолжается. В понедельник губернатор Павел Коньков поручил Департаменту дорожного хозяйства и транспорта активизировать работы. Сейчас на устранение повреждений дорожного покрытия еженедельно расходуют около 230 тонн асфальтобетонной смеси. При наступлении более сухой погоды в апреле объем работ по ямочному ремонту будет увеличен. В первую очередь восстановлению подлежат дороги с высокой интенсивностью движения. Как поясняет в профильном ведомстве, выполнение работ литым асфальтом позволяет поддержать покрытие проезжей части в нормальном состоянии до начала дорожно-строительного сезона. По прогнозам специалистов, он наступит в мае. Да, может быть, неудобство есть. Ровность покрытия не такая, к сожалению, как после асфальта укладчик получается. Но, тем не менее, более-менее надлежащее состояние автомобильной дороги сохраняется. А потом мы сохраняем все покрытие, потому что если мы не будем обращать на незначительные повреждения, да, они в свое время, через неделю, через несколько дней перерастут просто в большой объем.